Алло. Это Виктор, да? Да. А, здравствуйте. Здравствуйте. Это Евгений Анатольевич беспокоит. Работник ответственный за отправку грузов 200-300 по Южному федеральному округу. Да, я слушаю вас, говорите. Ну, вы сегодня способствовали отправке по поддельным документам грузов 200. Подождите, Подельшина Евгений Валерьевич. У нас существует порядок. С мая месяца прошлого года все грузы 200, а вы поняли, какой категории, проходят через специальный центр города Ростова-на-Дону. Значит, ночь, полночь мы перевозим грузы от ленточки, то есть вы довозите до ленточки, мы от ленточки. Ваши справки, они все недействительны. Поэтому мы выписываем на каждый груз русский документ. Дело в том, что всплывают в той или иной части России вот эти поддельные документы, с которыми потом приходится в энной конторе из трех букв заниматься. Если когда-нибудь нам случится встретиться, я вам покажу пачку, я уже не буду говорить, сколько это сотен. Вот эта вся пачка, она лежит вот у меня в сейфе, понимаете? Взамен ей выписываются документы определенного образца. Если вот сам документ, сама справка... Сам бланк есть. Сам бланк. Сам это... бланк Донецкой Народной Республики. Разработан еще при Саше Бородае. Это было в июне месяце. И действует до сих пор. И принимается всеми ЗАГСами России. А вы, получается, подсовываете нам те документы, вы нам подсовываете проблемы. То в Питере всплыла ваша справка, то, я помню, сейчас, по-моему, в Красноярске где-то. Мы фиксируем все грузы 200, есть единая база. И попрошу, пожалуйста, в следующий раз, когда вы будете отправлять груз 200, кстати, ваша там стрекоза, солнышко, золото, это все известные нам люди, которые, ну, как бы соблюдают правила в той или иной мере. Ну, подождите, документ выписан, справка о смерти выписана судебно-медицинской экспертизой города Донецка, Калининской судебно-медицинской экспертизой. Я понимаю вас, как бы, ну и вы поймите меня, то, что мне дают, какие документы, других документов. А, значит, давайте на будущее. Тела должны идти не в цинке. Это первое условие. И второе, если это ополченцы и граждане России, они должны идти через энную воинскую часть, куда я укажу. Там есть соответствующие службы, которые этим занимаются. И с этими документами груз должен поступать к нам, где мы это все дело подправляем. Это я не буду сейчас сильно по телефону изъясняться, но это и режим секретности здесь же. Я понял. Это первое. А где гарантия, что у нас уже в Ростове дважды пресса скакала здесь по всему Ростову, пока их не отловили? Где гарантия, что эти родственники за определенное количество долларов, ведь люди все разные? Да я все прекрасно понимаю, я вас понимаю. Будем теперь связь с вами держать. И полностью по всем этим будем уточнять вопросы. Просто чтобы вы в курсе были, аэропорт, который также я курирую, получил команду буквально на днях, лично мою команду. Грузы 200 с украинскими справками не принимать. Это криминальные трупы будут расцениваться, если кто-то посмеет принять.